Казанский федеральный университет является одним из старейших учебных заведений в России. За всю свою историю он прошел путь от именования императорским до федерального. Глубокие исторические корни свидетельствуют о важности сохранения в памяти всех значимых событий и людей, работавших и учившихся в стенах вуза. Этим занимается Музей истории Казанского федерального университета, который начал свою работу в 1979 году. За 44 года в нем собраны коллекции, представленные экспозиции, пропитанные духом прошлых столетий. На протяжении всех своих 44 лет это был один из самых известных музеев университета, самых посещаемых музеев университета. Именно с него всегда начинается знакомство молодых преподавателей с университетом, гостей с университетом и, конечно же, студентов с университетом, в который они поступили. И абитуриенты приходят сюда, и очень многие из них говорят, что свой выбор они остановили на Казанском университете после посещения Музея истории, потому что они увидели, какие великие ученые здесь творили и вытворяли, и они хотят стоять на плечах великих. Музею было выделено одно из самых примечательных помещений главного здания университета. И его история интересна не меньше, чем история самого вуза. В конце 18 века на окраине Воскресенской улицы, а ныне Кремлевской, был выстроен двухэтажный дом для губернатора Казани. В 1798 году этот дом передали первой императорской казанской гимназии, а в его западной части разместились классные комнаты и физический кабинет. В 1825 году, после завершения строительства университетского корпуса по проекту архитектора Петра Пятницкого, это помещение было перестроена в церковь. После 1917 года она использовалась как физкультурный зал. В годы войны же в доме находилось общежитие для эвакуированных сотрудников Академии наук СССР из Москвы и Ленинграда. Позднее в здании располагался читальный зал библиотеки имени Николая Ивановича Лобачевского. Только в 1978 году началась работа над созданием музея, и на это ушло чуть больше года. И, наконец, 30 ноября 1979 года, в один из дней празднования юбилея университета, музей принял своих первых посетителей. Знаете, музей, согласно устоявшемуся определению, это учреждение, которое призвано сохранять и популяризировать предметы, имеющие историко-культурное наследие. И данные функции Музея истории выполняет сполна. Одной из основных экспозиций в музее является мемориальная аудитория юридического факультета, где в свое время слушал лекции Лев Толстой, а спустя почти 50 лет Владимир Ленин. В зале Николая Ивановича Лобачевского можно узнать многое о жизни и деятельности гениального ученого и ректора университета. Отметим, что в следующем году музей отметит свой юбилей, в честь которого планируется крупная конференция, посвященная музеям Республики Татарстан. Карина Саяхова, Валерия Карташова, Николай Суховский, Аделя Файзулина, Универ Новости.